С наступлением весны пришло не только потепление, но и обнажились проблемные участки на дорогах. Сотрудники Гостехнадзора проверили магистрали Реутова. Слишком много жалоб в последнее время на состояние именно городских дорог. В итоге проверяющие насчитали несколько десятков ям и выбоин. Кто в ответе за состояние дорожного покрытия, выяснял наш корреспондент. Для начала нужно сфотографировать яму, потом прикрепить к жалобе. Это уже документальное доказательство. К дорогам в этом году в Реутове особо пристальное внимание. Сотрудники Гостехнадзора на проверках еженедельно. Эта зима ознаменовалась частными переходами через ноль, изменчивой погодой. Ну, естественно, все огрехи при укладке асфальта, нарушение технологий, они тут же видны, как говорится, невооруженным глазом. Вот яма, глубина которой, ну, на глаз, наверное, сантиметров 12-13, то есть превышает все допустимые нормы. Ям не просто много, они еще и глубокие. По стандартам их глубина не должна превышать 7 сантиметров. В противном случае они опасны для движения машин. Такие ямы ремонтировать нужно срочно. А вот если яму не заделали и автомобиль все-таки пострадал, нужно обращаться в ГИБДД. Необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, документально зафиксировать факт. А дальше в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством, можно требовать компенсации за полученный ущерб. Компенсацию следует требовать у лиц ответственных. Если дорога областного значения – Мособлавтодор. Если отвечает город, то администрации. Гостехнадзор лишь может зафиксировать жалобу. Кстати, таких достаточно много. Очень много ям, причем они, как сказать, незаметны. То есть подъезжаешь и уже только видишь, и портишь колеса, и все такое. Плохое качество дорог. Ямы в основном при выезде из Реутова, уже, наверное, полгода не заделывается, там огромная дыра. Ну, не устраивает, потому что везде ямы и клеят. Да, безобразие вообще. Месяц назад наша съемочная группа снимала сюжет про ямы. Многие из них отремонтированы, но некоторые так и остались без внимания. И до сих пор украшают городские улицы. В итоге за час проверки обнаружили больше 20 ям, это только самые глубокие. Все сфотографировали, теперь материалы передадут в ГИБДД и в городскую администрацию. Дмитрий Дмитриев, Евгений Пуговкин для РТВ.